Анш Абдуль, сейчас я сделаю обзор фильма на Terminator Salvation 2 или Terminator 5. К сожалению, трейлера я не смог найти. Я смотрел такую украденную копию, да, на пиратской видеокассете. То есть, пиздец просто. Начинается фильм, что Джон Коннор бьет молотком по голове Терминатору, а потом он выбивает у него этот молоток, Терминатор, да, и начинает бить Джон Коннору, а он оказывается сам роботом и бьет опять Терминатора, а тот оказывается Сарой Коннор, замороженный, размороженный, и вот эти мозги, они растекаются, он их берет вот так вот и ими мажется, вот вообще все мажет ими, и такое все, и он сходит с ума и попадает в психушку для роботов-терминаторов. И в этой психушке он пытается сбежать, вот оттуда сбежать, и находит люк, и копает его, копает, идет, а там канализация, отходы роботов, кислота, у него руки, он в кислоте идет, а у него так, они не морщинятся, да, и ты такой, больно, ему такой, больно, вот, и там радиация такая, сука, вот, он идет, у него зубы выпадают такие, и все такие, ты что такой идешь сюда, там, ты что ж идешь, и Джон Коннор такой идет, мы всех уничтожим, блядь, Озона, всех, нахуй. Блядь, церковь Ада Абдулова там орет, блядь, и все такие, о, блядь, он говорит, церковь Ада Абдулова, это, блядь, Анш Абдуль, нахуй, значит, это, блядь, все, и теперь новые, нахуй. Там были бомжи, которые не в сопротивлении, да, и вот все бомжи не поднялись конкретно, вот, и пошли всех ебашить там. Они же смотрят, там и перспектива, какая перспектива, вроде бы разрушена, но это как разрушена, если посмотреть в перспективу, то туманы там, видишь, туманы, северное сияние, смотришь, и оно проницает твой скафандр, прям вот до микроконсоли онлайн, да, и все, и можно играть уже, играть, и играем, на подавалке играем, в подавалке, в шахматке. Гастанфилию играем, ну и что, а робот это же смотрит, нахуй смотрит. А главное, вот идет он, Джон Коннор, говорит, ты робот, блядь, нахуй, сука, робот. А они берут и бесятся, причем война-то началась, мы не роботы, мы Скайнеты, Абдулла Скайнеты, кибернетические обмены. И он дал ему въебало, нахуй, а Джон Коннор тоже поебалу дал, и Кайл Рис пришел, им тоже поебалу дал. И вот так война началась, и вот они сидят и такой в клетке под воду опускают, а чтобы они не задохнулись, терминатор им дали баллончики с углекислым газом, с угарным. Они дышат такие, вот так приятно, так, вот так приятно, идут, а там такая акула, говорит, и подплывает им, говорит, дайте мне 5 рублей. Говорит, они говорят, а как мы 5 рублей тебе дадим? У нас доллары, нефтедоллары, даже долларов не осталось, одни нефтедоллары, и то мы тут те же нефтедоллары пиздим у роботов. А кура взялась, разозлилась, потому что она тоже робот. Типа, ты чё меня роботом, говоришь, называешь? Но они дергают за веревочку, поднимайте, и руки поднимают эту клетку. А там бац, а там же рук нету, блядь. Только пол руки, оказывается, руки они сами поднимают. Они смотрят на эту хуйню, говорят, вы чё, ебанулись? Как это руки могут отдельно, блядь? Они вроде и не робота, а из морга, блядь, сука. Вот такая, блядь, это Абдулла хуйня, это просто пиздец. Я не понимаю, вот еще он смотрит в бинокль, да смотрит, блядь, и видит какую-то хуйню, ты че хуйня, блядь, нахуй? Он говорит, а это ты че смотришь, нахуй? Я говорю, я в зеркало, нахуй, смотрю. Как ты вообще отвечаешь, если ты это я, нахуй? Ты есть же Джона Коннор, блядь, металлический. Металлический, говорит, нет, говорит, ты братец, ты не металлический, металл подорожал. Сейчас магниевые и цирконевые браслеты все носят, как и кикабидзе, и жир, знаете, жир, кикабидзе носит браслет, и жир у него пошел из носа, изо рта, отовсюду жир разжарел, и выходит, а потом оказалось, что это был не кикабидзе, а Крачковская, блядь, нахуй, и она держит этот браслет, и он жир впивается, и режет кожу, и она дерьмом исходит, и вот в больницу попала, нахуй, и там, сука, пытались добить, кололи, резали скальпель, но скальпель ты бьешь, и жир оттуда вытекает нахуй из нее, и как бы и как будто не режешь, да, органов не можешь, и вот так нахуй выкинули, выписали нахуй из больницы, вот она бегает, сука, сейчас рекламирует средства от похудания, похудания на напалм, да, лечение.
И, сука, и вообще все дети такие с ножами за ней бегают, такие ха-ха-ха, она засыпает, они ножом ее режут тоже по кускам. Один ребенок отрезает 5 килограмм жира ночью от Крачковской. А в целом, если 7-5 миллиардов детей на планете будут резать ее каждый день, что это и происходит, в Бибирево, да, ее нахуй, то как бы, ну, во-первых, они денег заработают, да, и окупят курсы вот этой Илоны Давыдовой, вот из Крачковской, в школе Крачковской, на которой она всех наебала. Ну, блять, а? Ну, а второе, это что я могу сказать? Ну, через 5000 лет только масса крачковцев достигнет своей эпопеи только. И потом она превратится в желтый карлик, и пиздец, она взорвется, и всех скальнеты будут уничтожить. И, следовательно, под конец фильма Джон Коннор и Кайл Ривз, и все Сары Коннор, размазанные по лесу, везде все мозги ее, они приходят к выводу, что бесполезно с терминаторами бороться, надо ждать, пока же, блядь, взорвется супернова Крачковская, и все терминаторы сдохнут ради радиоактивного излучения. Вот, ну, то есть концовка опять непонятна, непонятно будет, если сейчас не будет, нахуй. Но будем ждать, вот спасибо, блядь, нахуй. Анша Абдуль, вперед за обдуловирование.